Краснокнижный белый медведь впервые за 40 лет замечен в окрестностях Заполярного Норильска. По тундре зверь проделал огромный путь от побережья Северного Ледовитого океана. Как белый медведь смог пройти через весь Таймыр и так далеко на юг, спросим у Елены Волосюк. Елена, приветствую. Так что же сейчас с белым медведем и какая судьба его ждет в дальнейшем? Здравствуйте. Медведь весьма истощен, но его уже готовы принять в Красноярском парке флоры и фауны Роев-Ручей. Белого медведя заметили в окрестностях Норильска местные мотоциклисты. Они и сняли его на видео. Зверь бродил около реки Харылах, трепал какую-то шкуру и выглядел довольно истощенным и уставшим. Информация о медведе дошла до представительства Министерства экологии и природопользования Норильска. На место уже выехали специалисты Института Севера. Я отмечу, что белые медведи крайне редко появляются в районе Норильска, и последний такой случай был зафиксирован в 70-е годы прошлого века. Я 35 лет работаю в охотнадзоре. Вот это как бы второй случай. Первый был то ли 78-й, то ли 77-й, это давно, в прошлом столетии. Больше 1000 километров, 1300, наверное, от побережья. У нас же море Лаптин и Карское море. Вот откуда он пришел? То ли оттуда, то ли оттуда. И, конечно, главный вопрос, как белому медведю удалось пройти сотни километров сквозь тундру и добраться аж до Норильска? Традиционно белые медведи живут значительно севернее, в районе Диксона и берегов Северного Ледовитого океана. Приплыть на льдине против течения зверь точно не мог. Да и пройти пешком такое огромное расстояние весьма проблематично даже для такого выносливого животного. К тому же сейчас в тундре для него мало пищи и, по всей видимости, медведь шел долго, с многочисленными остановками. Правда, до сих пор непонятно, что же вело его так далеко на юг. Дальнейшая судьба этого белого медведя пока не определена. Конечно, его нельзя убивать. Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. В Красноярском парке флоры и фауны Роев-Ручей уже сообщили, что готовы принять животное. Это крайний вариант на тот случай, если животное нуждается в помощи. Но если с ним все нормально, то, скорее всего, его перевезут назад на север и выпустят в естественную среду обитания. В любом случае, решение о белых медведях принимает исключительно федеральный Росприроднадзор, поскольку это редкие краснокнижные животные. Вера. Спасибо. На белом медведе, который дошел до Норильска, рассказала Елена Волосюк.